Ла-ла-ла. И лапочка грызет опушку яблочка, и морковку горчица тоже любит. А потом покакать вот так они любят. Так что думайте, заводить или нет, а может лучше к нам прийти и погладить. А гадят они больше, чем едят. Это я вам точно говорю. Особенно маленькая горчичка. Та-ра-да-дай-да-да, горчичка. Ну что, маленькая? Лапунь. А где у вас карамелька еще? Тири-ри-ри-ри-ри. Убежала в лес. Так что кролики это не домашние животные, ля-ля, а побегать им очень хочется. И сгрызут они вам плинтуса, потом возьмутся они, зарядки сгрызут все, это 100%, а потом пойдут провода и занавески. И двери деревянные, если есть. Так что кто за дом, пишем за дом, а кто за выставку, за парк. Две подружки, лягушки, квакушки. Грызут, будь здоров. О, кругленькой стала. Была квадратненькая. Вот такая была. Вот вторая. Вот от них что. О. Та-ра-ра-ра-ра. Не, мы можем на скорости еще огурец дать. Кто за, засекем, за сколько они огурец смолотят. Или большую морковину, которую они любят. Та-да-да-да-дай. Оп-оп. Та-да-дай-да-дай. Ну что, голосуй, морковь или огурец? Кто быстрее смолотит? Маленькая горчица или покрупней лапочка? Поехали! Кому интересно, ставим лайки, подписываемся. Ну и огурец. Или большая морковь. Поехали!